Ну что, всем приветик. Будем делать вот такой вот с вами макияж неоновый сегодня. Как вам такой поворот событий? Да, очень странное и необычное видео на моем канале, но захотелось разнообразить. Итак, я очистила лицо и нанесла базу под макияж. Все продукты, которые я буду использовать, я название буду показывать сразу в видео, чтобы вы все видели, потому что с вопросами о лаках проще, их там пару бутылочек, а косметика, мне кажется, это очень сложно ответить каждому на повторяющиеся вопросы, что ты там мазала, что ты там мазала. Ну, в общем, я нанесла уже тон и сейчас наношу консилер. Беру черные тени. Это для меня самое сложное было в этом макияже. Глаза, черные глаза. Так, я взяла ватный диск, чтобы не быть похожей на панду, потому что я не подумала сразу нарисовать глаза, а потом тон. Ну, ладно, уже как будет. Еще диск мне служит как трафарет для моей стрелочки. Такое будет похоже на удлиненную стрелочку, такую широкую, на все подвижное веко. В общем, я хорошо наношу и вбиваю черный цвет на все подвижное веко. И также на нижнее веко. Затем все это дело пытаюсь растушевать. Пытаюсь, потому что я очень давно такие макияжи не делала, но зато было интересно. Дальше беру кисть поменьше и растушевываю нижнее веко. Подвожу брови карандашом. Мне карандашом почему-то удобнее, не знаю. Я вам буду показывать, что делала именно я, так что вы уже отталкиваетесь от того, что у вас есть. И, в принципе, этот макияж несложный совсем. И я думаю, что каждый сможет его повторить. И я специально такой выбирала несложный, чтобы и я его смогла повторить. Потому что я в этих делах не очень спец, в таких фантазийных макияжах. Итак, я с глазами уже закончила и начинаю делать контуринг лица. Делаю я это тенями. Ну, в принципе, почему бы и нет? Итак, приступаем к самому интересному. Все эти неоновые полоски я буду рисовать матовой помадой. Угу. У меня просто ничего другого не было, ни теней таких красных или розовых. Мне захотелось розовый, потому что у меня пришел парик с розовыми кончиками. И, в общем, когда я попробовала, как растушевывается на тоналке эта помада, я увидела, что цвет розовый, думаю, супер, это то, что мне подходит. И, короче, я взяла эту помаду и просто такие толстые линии рисую. Я даже особо не заморачиваюсь их растушевывать, потому что я понимаю, что в конечном результате просто этого, ну, никто не будет обращать на это внимание. Если вы там куда-то пойдете, все будут просто общую картину видеть. Все это я наношу синтетической кисточкой. И сразу не макайте в помаду и не наносите, а растушуйте на руке немного, чтобы такой ядерный цвет не был. В принципе, самая сложная часть макияжа уже закончилась. У меня это были реально глаза самые сложные. То, что я сейчас делаю, это вообще легкотня. Так что вы можете даже без глаз таких обойтись. Я, кстати, думала не делать их
черными, думаю, мало ли, может, не получится. А хотела просто такую стрелочку, такую же красную сделать, точнее, розовую. И тоже сделать ее такой неоновой, с белой полоской. Ну, в общем, не решилась и сделала так, как на картинке, точнее, пыталась. Я даже пыталась заклеить клеем ПВА брови, чтобы их не было видно, но у меня не очень это получилось. Когда начала тоналкой замазывать, все волоски темные были видны. В общем, это не для меня, наверное. Самое смешное в этом макияже – это рот. Я вроде пыталась нарисовать его как на картинке, там заходили розовые края за контур губ, и просто мне было так смешно, и это так страшно и странно выглядело. Я была похожа на какого-то клоуна или какого-то разукрашенного индейца, я даже не знаю, на кого я была похожа. Думаю, зачем я еще это все снимаю и показываю людям. Но в итоге, когда я уже закончила весь макияж и одела парик, в общем, образ был завершен, мне в итоге все очень понравилось. Так что досмотрите, пожалуйста, до конца. И напишите мне, кстати, в комментариях, хоть понравилось вам или нет, и стоит ли еще какие-то видео снимать, идеи. Как я поняла, такой неоновый макияж в этом году будет популярный, потому что когда я села снимать видео на ютубе, такого еще почти не было. А когда я уже монтировала и собиралась выставлять видео, то я поняла, что уже много таких видео с неоновым макияжем, там и черепа всякие, и просто такие рисунки. Но, думаю, может, кому-то мое видео тоже пригодится. Немножко не успела. Да, честно говоря, на этом этапе я думала, что я видео это выставлять не буду. Нет-нет-нет, это что-то очень нехорошее. В общем, так, красные полоски я нарисовала, теперь я взяла аквагрим белый и тонкую кисточку, она у меня просто, по-моему, от маникюра осталась, такая самая тоненькая, и просто по центру всех этих красных полосок я рисую белые полоски. Так как я рукожоп, то у меня почему-то не получается ровно нормально нарисовать. Хоть я и старалась, даже руку подпирала второй рукой. Я не знаю, как научиться ровно что-то рисовать на лице или на теле. У меня это никогда нормально не получалось. Особенно если какие-то вот эти вот тоненькие линии или закрученные какие-то завитки. Есть какой-то секрет? Вот, сейчас мои губы хотя бы будут похожи на губы, потому что я обведу контур белым. Но все равно это смешно выглядит. Я, в общем-то, не знала, как это все рисовать и как это неоновое все на лице рисуется. Поэтому
как мне придумалось в голове, так я вам и показываю. Ну, в принципе, вроде что-то похожее было. Особенно если в комнате темно и освещение какое-то совсем легенькое, реально, но похоже на что у вас светятся эти полоски на лице. Это так прикольно, честно говоря. Очень простой макияж, прошу заметить. Ну, а я уже заканчиваю рисовать. Сейчас я вам покажу результат. Надеюсь, вам понравится. Ставьте пальчики вверх, пожалуйста, если вам понравилось. Напишите мне в комментариях, снимать ли еще такие ролики на Хэллоуин. И подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами была Лазница Вика. Пока-пока. Смотрите результат.